Всем привет! Сегодня у нас на кухне будет готовиться не совсем обычное блюдо. Моя помощница, которая прославилась своими тортами, умеет готовить не только сладкое. Сегодня она будет готовить суши. Для этого понадобится 1 кг риса, соль, перец. Для начинки красная рыба и филе тунца, крабовые палочки, сливочный сыр, сметана, уксус, майонез, соевый соус, сезам, кунжут. Из овощей огурец, авокадо и красный перец. Для создания суши предстоит провести большую подготовительную работу. Рис уже отварили, остудили и добавили немного уксуса по вкусу. Теперь надо сделать 2 рыбные пасты. Одну из тунца, вторую из крабовых палочек. А также очистить и нарезать овощи. За работу! Подготовительная работа окончена. Красный лук нарезан полукольцами. Готовы обе крабовая и тунцовая паста. Авокадо тонкими ломтиками. Часть красной рыбы тоже тонкими ломтиками. Огурец ломтиками. Пару кусочков рыбы оставили для украшения. Зелень мелко нарезаны. Это тонкий лучок у нас такой. Кунжут обжарили. Итак, все готово. Теперь сам процесс волшебства.
Спустя несколько часов напряженной творческой работы получилось 26 роллов. Среди них есть привычные, совсем простенькие на вид. Есть настоящие произведения искусства. Каждый неповторим, каждый с другой начинкой. Есть вот такие вот широкие, из которых часть пойдет на горячие роллы с шапочкой. Сейчас покажем, как это делается. И два вот таких необычных капельки, из которых будут сделаны узоры. Суши практически готовы. Их декорацией мы займемся чуть позже. Те, которые будут запекаться, уже отправились на лист. И осталось приготовить так называемую шапочку. Делать мы ее будем из сметаны и майонеза. Мы разогрели предварительно духовку
на 200 градусов. И теперь эти украшенные малыши отправятся туда на 5 минут. Посмотрите, какая красота получилась. Они необычайно вкусны. Я раньше суши не любила, но только попробовав суши, которые готовит моя дочка, я полюбила это блюдо. Попробуйте приготовить. Вы не пожалеете. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось, ставьте лайки. Попробуйте повторить наш рецепт. У вас обязательно получится. Приятного аппетита!